На сцене Южноуральского государственного университета прошел концерт симфонического оркестра Московской филармонии под руководством заслуженных деятелей культуры. Когда друзья позвали, думала, будет скучно, потому что первый раз на таком мероприятии. Я из маленького городка и ни разу не была на таком. Вот, но впечатления только положительные. Вообще было все отлично, все было замечательно, все было вживую, это было очень эмоционально.